Закрывайте. Едем в туннель, ужас. А это не гора, поэтому он будет небольшой, мне кажется. Включаем кондиционер. А там дышать нечего, я помню. Плохие условия приема. Все в фонариках, прикольно так. Ну да, так интересно. Все светится. А тут вон эти стоят турбины, чтобы воздух закачивать, где-то выкачивают, наверное. Класс. Три турбины видели, да, вот наверху они проехали какое-то время, раз, три турбины, а, еще три турбины. Интересно, а почему тут вообще нельзя открывать бак? Да это я специально просто сказал. Здесь очень душно, видите, в туннеле. Там вообще дышать нечего. Да. Вон сейчас снова установлено соединение со спутниками. Мы едем в Адлер. Ура! Видеоконтроль скоростного режима. 80. Эти туннели. Но когда открытые окна, конечно, уши закладывают. Да? Да. Я тогда помню, я оглох после какого-то туннеля. Странно. Классно придумали. В горе проделали туннели, и все, и поехали. Стороны, которые. Сейчас снова туннель. А он побольше? Не знаю, посмотрим. Там написано на них, сколько они метров, километров. А он там ниже мост в ту сторону, который идет. Его не видно, чтобы снять. Там лечушка какая-то. Тут даже светофорный туннель есть. Мацеста. Слушай, а туннель-то в одну сторону здесь. Так там ниже другой, я же говорю. А. Там другой мост и другой туннель. Они оттуда едут все. Хотела снять этот мост. Это какой туннель? Четвертый приема. Нет. Сколько ваших? А я что-то не посмотрел. Установлено соединение со спутниками. А хорошо, когда в две стороны. Да это супер просто. Раньше, мне кажется, вот только поверху была дорога. Вот. Там. Раньше где-то. Тут вообще не было дороги. А где она? Мы ездили перед по центральному району. По центру, короче, курортный проспект мы проезжали и ехали. О, море. Вон
там внизу. Смотрите море. Да, видно, видно. О, видно. Бескрайний простор. Эй, ты! Все. Желез. Вот отсюда мы потом выезжаем. Вот это вид, вот это да. Я игру вот эту часть помню, что вот отсюда здесь ехали уже. Сегодня вроде море спокойно, без гребешков, значит, волны нормальные, обычные. 35 градусов показывает. Куда он не ощущается, прям уж 35. Кондиционером-то, конечно, не ощущается. Не жарко. Когда выходили, вроде не так жарко. Это мы уже в Адлере. Похоже, пляж рядом. Как бы не больно. Уже её у моря. Через 80 метров поверните направо. Мы вроде подъезжаем к центру Адлера. Так написано было. Точно все правильно мы едем. То есть ты уверен? Да, мне кажется, туда все правильно. Я помню. Тут еще ремонтировалась дорога, когда мы давным-давно были тут. Бременские музыканты. Ой, самолет! Вот смотрите. Это, я говорю, они так низко тут сидят. Да. Обалдеть. Как они низко садятся. Прям над головой пролетел. Я успела снять. Супер! Я чувствовала. Я говорю, я только до этого сказала, что когда они взлетают, они высоко, а когда садятся, это очень низко. Дети, похоже, не успели увидеть. Будь здоров. Дети, вы видели, как летел вниз? Слушай, тут так этот аэропорт очень близко. Тут панечка. Как птица полетела? Ну, что себе птица? Не, ну так низко. Огромная птица. Птичка. Помнишь этот парк? Мы в нем даже снимали что-то, когда в свадебное путешествие ездили. Да? Да. Маленький. Мы уже скоро приедем, куда мы едем. Знать бы, куда мы едем вообще. Одна Оксана, например, не знает, куда мы едем. Да, у нее это навигация в голове. Честно говоря, очень страшно довериться ей. Она нарушенная у меня вообще. Там такая навигация, что лучше спросить у прохожих. Да прям. Моя навигация уже нас много куда вывела сегодня. Ладно, ладно. Правда. Бывает. Все супер навигация. Иногда у меня бывает, замыкает. С Калинина или Свердлова? Или Свердлова? Куда мы? Калинина прямо, Свердлова направо. Прямо, может, прямо, наверное. К морю. Прямо? Ну, к морю можно направо.
вправо, но там, не знаю. Ты же хочешь в центр занятости? Да. А он там, да, на просвещении? Да. Значит, дальше. Конечно! О, все правильно, девушка. Мы едем. Соточный, я помню этот район Надвера. Эту развилку. По-моему, мы приехали вон там направо просвещение. Да. А теперь что, направо? Направо. Направо, да? Ну, если там где-то можно парковаться. Смазнем или что? Или дальше проедем? Дальше? Что ты сказал только что? Не, ну я смотри просто. Ходите здесь погулять. Ничего не видно. Да и тут, и что, где гулять? Все, на этом парк закончился. Вон цветы свежие. А здесь надо в любом случае искать, где парковаться. Ну как? Расскажи, тебе нравится? Да. Что тебе больше всего из этого фонтана понравилось? Это. Сюда посмотри. Это. И это. Понятно. Необычно? Да. Мокрая вода. Видишь, какой красивый дом? Да. А там далеки еще радуга. Ну да, красиво. Ой, ну вот. Все, дальше? Идем. Yes. Можно я пройду? Да. А, вон там Оксана лежит, загорает. Сейчас я ее сниму. О, Ангелина, ты уже здесь? Ничего, ты какая шустрая. Я думал, ты там возле волнореза. А я решила поплавать. Поплавать? Здесь? Молодец.